Авиакосмический салон – это прекрасная возможность знакомства с достижениями в области авиации. Советский и российский народ всегда славился своей безграничной любовью к авиации. И авиакосмический салон дает замечательную возможность посмотреть на все эти прекрасные достижения, на самолеты, потрогать их руками, посидеть даже в кабине. Это замечательно, это здорово. Когда выруливаешь на полосу и видишь буквально сотни тысяч людей, вот это прекрасное людское море, которые тебе машут руками, то, конечно, это очень воодушевляет. И вот эта аура, вот эта атмосфера, она очень приподнимает. Но, с другой стороны, летчику, естественно, нужно сразу же от этого абстрагироваться и включаться в выполнение того, чему он научен, не более того. Новинками этого салона с точки зрения работы фирмы Сухого является демонстрация самолетов Т-50, полеты парой в группе и также демонстрационный одиночный пилотаж на малых высотах. И еще новинкой является салона с точки зрения, опять же, ОКБ Сухого, это представление самолета Су-35, пилотаж в режиме сверхманевренности. Зрителям, посетителям Макса я хочу сказать прежде всего низкий поклон, большое им спасибо за то, что вот у нас есть такое огромное количество энтузиастов. Хочется пожелать такого же неиссякаемого, неугасаемого интереса к нашей авиации. Дальнейших творческих успехов, поисков в области изыскания новинок авиационных. Крепкого здоровья и такого же энтузиазма.
Российская самолетостроительная корпорация МиГ на Максе 2011 года продемонстрирует статический показ, на котором будет выстроена вся линейка самолетов, которые разработаны, которые производятся корпорацией МиГ, а также летный показ. В летном показе будут участвовать самолеты МиГ-29К, это корабельный наш вариант, самолет МиГ-35, демонстратор, и самолет МиГ-29 ОВТ. Конечно, я хотел бы посетителям, тем, которые непосредственно работают в авиационной отрасли, пожелать новых контактов, новых встреч, новых контрактов, интересной работы, потому что в процессе МАКСа это не только шоу, это и работа. А зрителям я хотел бы пожелать приятного времяпровождения во время грандиозного авиационного шоу.
Пилотажная группа «Сокол России» на международном московском авиакосмическом салоне в этом году будет демонстрировать маневренный воздушный бой пара на пару и пилотаж в сумму там полетном порядке в составе 4 самолетов. Также начальник авиацентра генерал-майор Харчевский будет пилотировать на Су-34 индивидуальный пилотаж. Воздушный бой, который мы собираемся демонстрировать, это обычный воздушный бой, который отрабатывают летчики при подготовке к боевым действиям. Показной бой отличается от реального тем, что маневрирование пар и звена в данном случае происходит просто в ограниченном участке воздушного пространства. Прежде всего, я хотел пожелать бы прекрасной погоды. Зрителям наслаждение от полетов, а также и летчикам наслаждение от полетов для того, чтобы в очередной раз поднять самолет в воздух и показать, на что он способен, и продемонстрировать при этом свое мастерство. Всем удачи! Искренне хотел бы пожелать всем представителям, гостям и многочисленным зрителям получить максимальную пользу
добиться успехов, я имею в виду профессиональному сообществу, участникам этого салона. Ну а зрителям получить огромное удовольствие от увиденного. Потому что все то, что происходить будет в небе, это демонстрация не только техники, науки, но и человеческих возможностей и достижений. We'll be right back.
хотели пожелать гостям, участникам и зрителям Макса? Ну, в первую очередь, участникам хорошей погоды, да, в принципе, как и гостям, когда участники Макса смогут продемонстрировать всю полностью программу, которая планируется. Вот. Пусть все удастся, конечно, безопасно, естественно же. Ну и праздник, пусть, еще раз говорю, удастся на все 100%. Прежде всего, хорошая погода, работоспособность авиационной техники, чтобы как можно меньше было ее отказов. Ну и всего самого, наверное, наилучшего, чтобы все увидели, что авиация в России есть, что мы еще летаем, что идет процесс совершенствования и, наверное, освоения новой техники. Я так думаю, что эта традиция, участие наших пилотажных групп, в частности, и русские «Витязи», и «Стрижи», традиция сохранится, будет «Макс» жить, и мы в этом уверены, и будут традиционно на протяжении многих-многих лет участвовать в нашей пилотажной группе. С большим удовольствием.
Прибавим 95. Горка, полупереворот влево. Хороший строй. Выводим горку, начали. We'll be right back.
Авиакосмический салон – это прекрасная возможность знакомства с достижениями в области авиации. Советский и российский народ всегда славился своей безграничной любовью к авиации. И авиакосмический салон дает замечательную возможность посмотреть на все эти прекрасные достижения, на самолеты, потрогать их руками, посидеть даже в кабине. Это замечательно, это здорово. Когда выруливаешь на полосу и видишь буквально сотни тысяч людей, вот это прекрасное людское море, которое тебе машут руками, то, конечно,
это очень воодушевляет, и вот эта аура, вот эта атмосфера, она очень приподнимает. Но, с другой стороны, летчику, естественно, нужно сразу же от этого абстрагироваться и включаться в выполнение того, чему он научен, не более того. Новинками этого салона с точки зрения работы фирмы Сухого является демонстрация самолетов Т-50, полеты парой в группе и также демонстрационный одиночный пилотаж на малых высотах. И еще новинкой является салона с точки зрения, опять же, ОКБ Сухого. Это представление самолета Су-35, пилотаж в режиме сверхманевренности. Зрителям, посетителям Макса я хочу сказать прежде всего низкий поклон, большое им спасибо за то, что вот у нас есть такое огромное количество энтузиастов. Хочется пожелать такого же неиссякаемого, неугасаемого интереса к нашей авиации. Дальнейших творческих успехов, поисков в области изыскания новинок авиационных. Крепкого здоровья и такого же энтузиазма.
надо. Внимание, режим 2. We'll be right back.
хотели пожелать гостям, участникам и зрителям Макса? Ну, в первую очередь, участникам хорошей погоды, да, в принципе, как и гостям. Когда участники Макса смогут продемонстрировать всю полностью программу, которая планируется. Вот. Пусть все удастся, конечно, безопасно, естественно же. Ну и праздник, пусть, еще раз говорю, удастся на все 100%. Прежде всего, хорошая погода, работоспособность авиационной техники, чтобы как можно меньше было ее отказов. Ну и всего самого, наверное, наилучшего, чтобы все увидели, что авиация в России есть, что мы еще летаем, что идет процесс совершенствования и, наверное, освоения новой техники. Я так думаю, что эта традиция, участие наших пилотажных групп, в частности, и русские «Витязи», и «Стрижи», традиция сохранится, будет «Макс» жить, и мы в этом уверены, и будут традиционно на протяжении многих-многих лет участвовать наши пилотажные группы. С большим удовольствием. Пилотажная группа «Сокол России» на международном московском авиакосмическом салоне в этом году будет демонстрировать маневренный воздушный бой пара на пару и пилотаж в сумкнутом полетном порядке в составе 4 самолетов. Также начальник авиацентра генерал-майор Харчевский будет пилотировать на Су-34 индивидуальный пилотаж. Воздушный бой, который мы собираемся демонстрировать, это обычный воздушный бой, который отрабатывают летчики при подготовке к боевым действиям. Показной бой отличается от реального тем, что маневрирование пар и звена в данном случае происходит просто в ограниченном участке воздушного пространства. Прежде всего, я хотел пожелать бы прекрасной погоды, зрителям наслаждения от полетов, а также и летчикам наслаждения от полетов для того, чтобы в очередной раз поднять самолет в воздух и показать, на что он способен, и продемонстрировать при этом свое мастерство. Всем удачи!
Я искренне хотел бы пожелать всем представителям, гостям и многочисленным зрителям получить максимальную пользу, добиться успехов, я имею в виду профессиональному сообществу, участникам этого салона. Ну а зрителям получить огромное удовольствие от увиденного. Потому что все то, что происходить будет в небе, это демонстрация не только техники, науки, но и человеческих возможностей и достижений.
Российская самолетостроительная корпорация МиГ на Максе 2011 года продемонстрирует статический показ, на котором будет выстроена вся линейка самолетов, которые разработаны, которые производятся корпорацией МиГ, а также летный показ. В летном показе будут участвовать самолеты МиГ-29К, это корабельный наш вариант, самолет МиГ-35, демонстратор, и самолет МиГ-29 ОВТ. Конечно, я хотел бы посетителям, тем, которые непосредственно работают в авиационной отрасли, пожелать новых контактов, новых встреч, новых контрактов, интересной работы, потому что в процессе МАКСа это не только шоу, это и работа. А зрителям я хотел бы пожелать приятного времяпровождения во время грандиозного авиационного шоу.